Всем привет, меня зовут Саша Гурс, и я нахожусь в Турции, в Кемере. А это отель Pan Insan Active Imperial Turkish. Пятерочка в самом центре Кемера, над первой линией моря, поэтому приглашаю вас на обзорчик этого отеля. В этом времени ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу горящих туров, и погнали на обзор. Отель Pan Insan Active Imperial Turkish расположен в 55 километрах от аэропорта Анталия в самом центре Кемера на берегу Средиземного моря. Отель был построен в 1990 году, а последняя реновация проведена в 2020 году. Рядом с отелем множество ночных клубов, баров, кафе, яхт-клуб и, конечно же, порт. Порт, с которого можно отправиться на экскурсию по морю. Сейчас я вас привел в бар, который расположен сразу в лобби отеля. Здесь, не отходя далеко от ресепшена, можно взять себе коктейльчик, напиток, сок, водичку, все что угодно. На баре у нас есть соки, есть спрайт, кола, фанта, алкоголь как местного, так и импортного производства, водка, текила, джин, пиво, все что угодно, кто что любит. Из импортного производства у нас водка, у нас текила и мартини. Бармен любезно показал, что есть. А сейчас предлагаю подняться на четвертый этаж и посмотреть номера. Номера в отеле Pan Insan Active Imperial Turkish. Первый номер, который я вам покажу, это номер стандарт. Номер номера 331. И сразу показываю вам душевую и туалет. В душе есть перегородка, унитаз, рукомойник, косметика отеля, зеркало. Зеркало раздвижное и, конечно же, фен. Фен работает, косметика есть, чистая душевая и туалет. Поэтому здесь вопросов никаких нет. Идем смотреть основную комнату. Сразу при входе в номер у нас место под ваш чемодан. Шкаф. В шкафу мы можем повешать худи, платье, все, что мы с собой привезли. Внутри есть пластиковые плечики. В номере есть сейф, сейф бесплатный. Также минимальный набор с иголками, с нитками. Далее у нас двухспальная кровать. В принципе, мне кажется, что она сделана из двух односпальных. Но по желанию вам могут их и раздвинуть. В номере есть два халата на двоих взрослых и, конечно же, двое тапочек. Также мини-бар. В мини-баре у нас пепси-кола, миринда, минералочка и, возможно, будет дополняться еще чем-то мини-бар. Чайник, кофе, водичка. Водичка, исходя из расчета, одна бутылка на человека в сутки. И потрясающий вид с балкона. Здесь у нас открывается вид на море, вид на город и, конечно же, на пляж. До пляжа буквально рукой подать, вы выходите из номера и у вас сразу центральный пляж. Следующий номер, который я вам показываю, это семейный номер. Опять же, душевая и туалет, точно такой же, как был в стандарте, только здесь он чуточку побольше. Основная комната с диваном, с мягким уголком, с плазмой, есть стол, 4 стула, большая терраса, на нее выйти можно как с основной комнаты, так и с той, где мы сейчас находимся. Есть, конечно же, мини-бар, наполнение точно такое же, есть кофейно-чайный набор, чайничек, кофе, чай, все что угодно. Плазма и вторая комната. Вторая комната у нас состоит из двухспальной кровати. По бокам есть тумбочка, есть светильник, есть розетка. Здесь тоже есть мини-бар, еще одна плазма и балкон, который рассчитан на две комнаты. Точно такой же вид, с видом на горы и на море. Сразу при выходе с ресепшена к морю у нас есть кофейня. Кофейня Starbucks. К огромному сожалению, кофе здесь платное, но оно вкусное. Здесь нам с радостью приготовят американо, капучино, латте, все что угодно. И я специально для вас снял с ценами, которые в этой кофейне. С радостью можно прийти здесь, зарядиться утренним кофе и пойти на пляж.
Мне кажется, или я читаю ваши мысли. Вы, наверное, думаете: Саша, почему так много рассказываешь и делаешь такую большую начитку? Все очень просто, ведь то, что я вам рассказывал во время съемок, микрофон не выдержал моего напряжения, и все записи, аудиозаписи удалены. Поэтому стараюсь передать вам те эмоции, которые я испытывал во время отдыха и посещения этого отеля. Эмоции реально у меня были крутейшие. Ведь буквально год назад я отдыхал в соседнем отеле и купался на соседнем пляже с этим отелем. Мне безумно понравился пляж, территория пляжа еще тогда. И я подумал, что, наверное, нужно будет в следующем году приехать сюда и уже поселиться в этом отеле на первой линии моря. Но пляж здесь реально крутой. Сейчас я вам его покажу. Вы только посмотрите, какие потрясающие здесь виды. Вход в море исключительно по галечке. Немножко неудобно, заходить лучше в шлепках, во вьетнамках, в тапочках, потому что такой тверденький массаж пяткам, но все же галечка, прозрачнейшее Средиземное море и, конечно же, горы. Потрясающий вид на горы и на город. Кстати, если вы любите фастфуды, рядом с отелем сразу расположен Макдональдс. Поэтому, если вы будете недоедать в отеле, вы знаете, куда вам идти. Сразу при выходе из основного корпуса, из ресепшена, у нас есть небольшого размера бассейн взрослый, две маленьких горки и бассейн для детей. В принципе, считается детским бассейном, но, как мне рассказал один из отдыхающих, для детей, в принципе, здесь активностей мало. Бассейн небольшой и все. Нет детского аквапарка, нет детских горок, но при этом есть минимальное меню в ресторане детское, есть детские стульчики в ресторане и вам могут по желанию доставить кроватку в ваш номер. Сразу возле отеля есть детская площадка, но она в принципе не только этого отеля, она более общественная, потому что там могут отдыхать как люди с этого отеля с детьми, так и с других, да, вообще с Кемера. Вот там детская площадка, там, кстати, есть тренажеры, поэтому если вы любите заниматься на тренажерах, там тоже можно будет покачаться. Вы что, меня ждете? Чего? Я думаете, не найду ресторан? Это я это дело нахожу первым, самым первым делом. По запаху? Да. Все равно? Один за всех и все за одного. Правильно. Центральный холл, спуск с номеров, лифты. Сбоку туалет и главный ресторан отеля. Есть также ресторан для карт, но мы идем в главный ресторан обедать. А очередь, да? Это подожду, наверное. И пройду? Пройду без очереди. Всего на территории отеля два ресторана. Один основной ресторан и один ресторан а-ля карт с международной кухней. Посещение этого ресторана за время вашего отдыха один раз можно бесплатно. Вход в ресторан исключительно в масках. Если у вас маски нет, вам при входе ее выдадут. Обязательно нужно ее одеть. Также вам дают одноразовые перчатки. Здесь набираем еду мы самостоятельно и тарелки. На одну руку вы одеваете перчатки, в другую руку берете тарелки и набираете себе еду. Погнали смотреть, что же здесь есть у нас на обед.
Друзья, я стараюсь снимать для вас максимально объективные обзоры. К огромному сожалению, пропал звук из микрофона, но у меня был шок, находясь в этом ресторане. Подойдя к салатам, была ужасная вонь от чего-то пропавшего. То ли это был майонез, то ли это был пропавший салат, я не знаю. Поэтому еды я брал очень мало, взял буквально себе салат из курицы, одну ложечку оливье попробовать, суп, две картошки, арбуз и клубнику. Вот, кстати, клубничка, она подо льдом, красивая подача, все красиво, вкусно. Из фруктов было также кумкват, были яблоки, были апельсины и бананы. Взял всего понемножку попробовать. Взял совсем немножечко попробовать. Скоро поделюсь с вами впечатлениями от обеда. Честно признаюсь, обед мне не зашел. Практически ничего не ел. Взял себе колу. И колу мне подали в грязный стакан. Стакан, в который наливали еще утром апельсиновый фреш. Скорее всего, его или плохо помыли, или не помыли, но сюда же налили колу. Так, я пообедал. Салаты оставляю на месте, потому что, скорее всего, штырь был именно от курицы. Я попробовал маленький кусочек и реально понимаю, что там беда. По супу я не нашел ложку, тоже оставляю. Самое вкусное, что здесь было, это арбуз, это клубника. Я понимаю, что я погорячился насчет клубники, потому что съел одну, вот вся моя клубника. Я понимаю, что она кислющая, лимонная кислота. Мой обед сегодня состоял исключительно из арбузика. Двух кусочков. Все. Несмотря на проблемы в ресторане, я надеюсь, что отель исправится и здесь будет лучше. По крайней мере, мы указали администратору на то, что нужно исправить. Если вам отель понравился, обязательно ставьте лайк под этим видео, и я вернусь за летом для съемки полноценного большого обзора. Ребята, это был отель Fun & Sun Active Imperial Turkish. Я очень надеюсь, что выпуск был для вас полезным. Приезжайте, отдыхайте. Мне отель в принципе понравился, если, конечно, не брать во внимание питание, потому что именно питание подкачало. Я очень надеюсь, что к вашему приезду оно будет лучше. Хотя не факт. А в этом времени ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу горящих туров и до новой встречи. А встреча будет очень скоро, надеюсь, тоже в Турции. Пока! А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас.